перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, привет. Я не знаю, слышно меня или нет. Напишите, слышно меня или нет, пацаны. Батл завтра написано в паблике. Здорово. Да заебись, пиздато настроение. У меня перед дорогой всегда билетов, но уже сколько? Я не знаю, больше 150 точно. Каждый день покупают минимум по 10. Такие дела. Все, пацаны. Долгий, ебать, чай вам, наверное, не хера. Долгий путь домой, короче, меня ожидает. Вот. Такие дела. Курю парвашу. Здесь нет ни ваших, ни наших. Не знаю насчет судейства. Скорее всего, только финал. Домой решил, блядь, отдохнуть от всех этих хитросплетений батл-рэповских, блядь. Да, Севергон нормальный батл выйдет, посмотрите, вполне сегодняки. Пожалуйста, я старался. Да не ездил я, сейчас собираюсь, у меня в поезд там, блядь, через... Хуй знает, через сколько, минут через 40. Батл завтра. Дела. Я решил перед поездочкой, блять, проебался, не на тот поезд взял билет, буду хуярить сейчас каким-то проездным, блять. Ёба народ, пацаны, походу нам пиздец. Я не знаю, вы увидели или нет. А, я ж могу тут поменять, типа вот так сделать. Пизда нам, пацаны. Я не знаю, что с семнашкой, я не спрашивал, если честно. Севергон сам попросился, его не звал. Там какой-то, блядь, чувак, ебать. Набат еще будет на РБЛ, да, думаю, будет он прикольно делать. Вон Ян присоединился. Ян, семнашка, что вы переезжаете или у вас ремонт? То все, блядь, что-то паникуют. Здорово, здорово. Я перед дорожкой решил. На вокзале, ёпта, где? Вон, блядь. ЖД пути, нахуй. Да нормально вы с Севергоном выступили, они ничего, доебались. Ну, Кондрашов был чуть лучше. Ну, на опыте, наверное. Не, присуху Хабиба и Конора не смотрел. Бля, закрылись, да ну нахуй. А вы в Питере хоть останетесь или чё, блядь? Вон, друзья, блядь, даже в стрёмных инстаграм-эфирах Антона ЗБ можно почерпнуть какую-то информацию. Пиздец, всем нахуй закрыли, блядь. Только что нам написали, пацаны, по этому поводу. Ну, блядь, надеемся, что будет лучше. Нет, если не будет, наверное, было. Видел, стримил, по-моему, Гробу Инрейджа, логил, обсирал всех, кто голосовал за Мовца, не смог достойно принять поражение. Но это его проблемы, исключительно. Батл завтра, потому что... Как бы, блядь... Потому что мы их только отсняли, чуваки. Ну, типа, вы же понимаете, что это еще монтировать и вся хуйня. Мы и так стараемся оперативно работать.
такая хуйня. На вокзале я ебучим, блядь. Стою, залипаю. Сколько времени по Москве? Напишите, чтобы я не проебался, то мне время тут не видно. А, блядь, у меня шкатлю есть, нахуй. Это долбоёб. Вообще. Ну, заебись, еще 10 минут с вами. Третий сезон будешь делать? Да, буду. Рвать на битах соло, я хуй знает. Мне, в принципе, да не очень, а соло так вообще пиздец. Угу, нахуй, пацаны. Границу пересекайте с Рашкой. Паспорт, блядь. Документы, блядь. А то понаехали, блядь. В наш Питер, нахуй. Так я веду телеграм-канал, ебать. Ты чё, блядь? Сегодня буду описывать поездку и завтра, блядь. Охрана на меня косится, пацаны. Блядь, я записываю какое-то суицидальное послание, походу, блядь. Сейчас на рельсы ебанусь. Да. Будут еще блогеры на РБЛ. Блядь, зависит от того, как они будут делать. Я не знаю, что с Огилом, я после батла с ним не общался. Народу на Легван, бля, ну человек 350, наверное, точно было. Я так хуй знаю. Нет. Звонят, пацаны, пытаются прервать трансляцию. Я не сдаюсь. Да, я домой еду. Я решил покурить, пока на поезд не пошел, блядь. Потому что они тут же дрочат, это хуйня. Здорово, спайс-дилер. Да, это ладно. Когда вью, а я не знаю, если честно, мне как-то на него вообще дико похеру. Потому что, ну, как бы, какой резон ждать вью, который тебе не понравился. Здорово. Чувак, не надо присылать мне об участии в эфире. Зачем мне делать с вами какие-то эфиры? Не, я не бросал курить. Спасибо, спасибо. На PS это что, на ПК или на PlayStation? Я на ПК не играю. Понятно. Завтра будет фирчик. Не, я в пути буду. Я приеду только утром в понедельник, по-моему. У тебя будет еще батл, может быть. Будет зависеть от настроения. Новый стрим, ну, понедельник, во вторник, наверное. Кто знает. Сойерс микса нет. В Италию все дороги ведут в Рим, как говорится. Привет, привет, привет. Ты можешь делать участие в эфире, типа что? Я не понял о чем-то. Микси что-нибудь писал после? Нет, ничего не писал. Я альбом не послушал еще. Типа. Я ничего не успеваю, я только вот наконец-то решил отдохнуть. Батл воскресенье, я же сказал. Сколько эфир будет длиться? Да сейчас покурю, да пойду лишь. С кем похоронил батл, то Яна спросил в трансляции. Я знаю, но я не скажу. Потому что, лучше не скажу. Завтра Мовец Огил. Сицилиец. Кто такой Славча, я не знаю. Нет, не совместно.
Мовец на уровне турнирки сделал, да? Мовец круто сделал. Не хуже уж точно. Я имею в виду турнирки. Мне батл понравился, посмотрите. Я думаю, вам стоит его глянуть. Спасибо. Нет, я не боялся, что Мовец что-то получит. Потому что, ну, я там есть, как бы, и у нас такие вещи не поощряются. Дело не в них конкретно, а в целом. Мне еще хайп в следующей неделе. Я взял ноутбук с собой, который разваливается в сумке. Так что такие дела. Ладно, да что, делать то, что по кайфу, и все. Вроде неплохо получается. Были замесы на батле? Нет. Прямых замесов у нас не было. Какое расписание выхода батлов? Мовец Огил, блогеры с Авергонско-Драшовым, потом Кэлпи Лока, потом Волки Сектор. Но может Кэлпи Лока и Волки Сектор поменяем местами, еще не знаю. Да мы живее всех живых, чувак. Львока, на мой взгляд, годно отбатывал. Годно. А что делать, если оппонента ёбнет? Ну, он будет об этом сожалеть. Кэлпи, ну, ПМ спросите, как Кэлпи сделал. Ну, батл судил. Спасибо. Кроме Заура, что сейчас читаешь? Я взял в дорогу этот триумфальную арку. Я просто ремарка, короче, очень размеренно читаю. Я читал там книги 4, наверное, его. Они мне все понравились. Я его стараюсь, типа, не так, что всего сесть и прочитать, а там раз в несколько месяцев по одной книге я его беру. Вот. Ну, там единственное... Мне не очень понравилось. Ну, «Жизнь взаймы», ну, такое, типа, не самое лучшее, что я читал. «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», они крутые, «Черный обелиск», ничего такое. Вот. Спасибо, чуваки, спасибо. Сейчас подвигаю уже. Я специально так подгадал, чтобы приехать, и ночью фифуля вышла. Поняли? Тактика, ёпт. Да, ремарк прикольный. Че, ладно, пацаны, я погнал, короче. Всем давайте, всем от души. Двигайтесь правильно. Вот, чтоб все было хорошо. Так что, чуваки, давайте, короче, на связи. Буду там с поезда маяки в телеграм-канале. Подписывайтесь, там будет, короче, cool story из поездки. А может, их не просто не будет, может, я просто нахерячусь. Как я обычно, знаете, как вот лайфхак последний перед концом эфира. Садишься на утренний поезд, он идет сутки. В 9 утра открывается вагон-ресторан. Идешь в вагон-ресторан, бухаешь до обеда. Приходишь обратно, ложишься спать, просыпаешься в 7, ну, в 12 лег, в 7-8 вечера встал. Там покурил, то все. Пошел в вагон-ресторан, часов до 9, до 10 там побухал, опять пришел, лег спать, просыпаешься в 5 утра, через час тебе выходить. Все, изи. Как бы имейте в виду, у кого дальние дороги, и то, как я терпеть не могу самолеты, я не летаю, потому что я ненавижу самолеты. Вот. Так что, пацаны, давайте. Всем удачки.